Сегодня мы с вами будем играть в Майнкрафт. Вы это запомните. Будет очень интересно. Мы будем путешествовать по миру, где тюрьма. Я уже выпустил в своем прошлое и позапрошлое видео. Там всякие там выпускал видео, только не в Геометри Даши не выпускал. Про Майнкрафт выпускал первое видео. Но я выпускал уже два видео выпустил. Не знаю, сколько уже дошло до вас. Я выпускаю новое. Ставьте лайки по-любому, пожалуйста. Я перед вами решил построить вторую тюрьму. Продолжение этого комната, где мы строили тюрьму. Может, я тоже не выпускаю, не помню. Пока дострою эту тюрьму, покажу, смотрите. Вы рассмотрите мою тюрьму. Такой уже кто-то выпускал, я помню, смотрел. Всякие. Есть другая тюрьма. Смотрите, какая. Вот в нее давайте смотрите. У меня тюрьма. Тюремный рубеж. Смотрите, вот тут была дверка. Вот это вся тюрьма. Вот тут охранник. Только охранник где-то уже на улице бродит, я помню. Нужна дверка нормальная. Вот я выберу дверку. Смотрите, какая будет. Железная, по-любому. Сейчас эту выложу. Сейчас ее открою. Вот и пойдем. Труднее идти. Эту тюрьму я начал. Вон там, видите, какая низкая. Маленькая тюремешка у нас тут. Я возьму вот кирпичи. Сейчас мы с вами построим нашу тюрьму до конца. Нам чуть-чуть осталось. Вы накажете их сильно, бандитов. Нет, мне не надо. Смотрите, вот так поднимаем чуть-чуть вверх эти кирпичи, вот так. Я решил повыше строить, мне нравятся только тюрьмы, которые высокие такие. Тут будет им уютнее тогда бандитам. Это самое будет, самое, как я там... Называется, я не помню, но это называется самая добрая, да, тюрьма, тюремщик. Я тюремщик двух тюрем буду. Я буду деньги платить, а я охраннику деньги буду подплачивать. Я главный босс. Я босс тюрем, инженер даже. Пол-инженер, я сам построил эту тюрьму. Ну ладно, не так, в общем, она как-то строится, я помню. По-другому строится, я неправильно ее построил, ну ладно. Будет тогда немножко другая у меня тюрьма. Вот тут, видите, вот так сделаем. Смотрите, сейчас я тут какие-то эти, видите? Так, так, тюрьма, тюрьма. Я так придумал делать. Так, вот это тюрьма. Смотрите, что я сделать решил. Смотрите, вот тут убиваем. Yes, all today. Мы с вами сейчас продолжим строительство этой тюрьмы. Я давно хотел это уменьшить, но не получилось. Сейчас раз уменьшу, буду поменьше делать, буду снимать видео с этим. Сейчас, значит, уберем.
то я уже не успею просить время лишнее. Смотрите, что я сделаю, на пол положу. Какой слиток, вот такой. Коренная порода. Вот это. У меня такой вот там был. Смотрите, у нас какая тюрьма, немножко темненькая, мне экран просто зарядка высушивает, зарядилась 15%. Ну ладно, я немножко потемнел экран, это такое сработание. Тюрьма у нас. Сюда я буду заключенных присылать, это самая добрая тюрьма. Тут будут не такие сильные заключенные, такие монстры. Ух ты! Опа, железная дверь. Ой, ёшкин хвост. Класс! Надо будет выпустить в следующем году. Смотрите, что мы сделаем дальше. Берем этот рычаг. Пойдем соединим ту тюрьму с этой тюрьмой. Смотрите. Поломаем эту дверь. Опа. Опа. Через мою комнату будет дверь. Смотрите, что я делаю. Ставлю эту дверь. И рычаг. Сейчас эту дверь. И смотрите, что я сделаю дальше. Буду строить это. Приступаю к строительству инженера. Тюрьма, те, кто будут бегать по моему кабинету, тех я отправлю в тюрьму или зарублю. Это будут злостные преступники, это будет преступление поставить себя на мое место. Какие охранники охранниками? Я их иногда рублю даже куда-нибудь. Сколько надо, они остаются не такими зарубленными. Скоро они переведутся отсюда вот сюда. Вот смотрите, что вот тут сделаем. Опа, опа, и ладно. Так. И вот смотрите, у меня какая-то комната получилась. Надо его немного осветлить. Вот тут возьму вместо кровати. Это не
боже. Нельзя заснуть, даже когда рядом бродят монстры. Почему-то грубо эти монстры бьют людей. Сейчас я так сделаю. Обойдем.